Расселили цыпляток в большую клетку двухъярусную, но пока они на одном ярусе, на верхнем там потеплее. И перенесли клетку в большое помещение. Тут у нас кролики были, кролик вынесли клетки, освободили. Ну, белить я в зиму не стала. Надо бы, конечно, побелить, но я теперь думаю весну. Ничего страшного, им прожгли горелкой, все. Так, кушать они вот научились с этой кормушки. Сейчас понаблюдаем, будут ли они пить. Приготовлено вот все. Ну, пока им хорошо на втором. Теплушка и... Ну, идите сюда вот. Идите, я вам здесь насыпал кушать. Не знаю, это еще только что мы их пересадили. Еще кучкуются пока. В одном месте клюют. Друзья, вот. Вот у вас кормушка. Идите кушать сюда. Типа-т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 ипа. Ти-т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 и. Ну, ничего, они привыкнут. Мне бы главное, чтобы они нашли воду. Еду кушать захотят, всегда найдут. Завтра им 20-го, да, завтра 20-е, будет 3 недели. Ну, взвешивать не буду, буду взвешивать в месяц их. Ну, мне кажется, что-то отстают. Может, это, ну, хотя им не холодно, у них все было. Ну, посмотрим, какой вес и сравним с весенними в месяц. Такой ли вес у них. Купили новый холодильник. Разобрали на запчасти. Морозилка. 4 отсека. Нам это надо. Сейчас будем резать индюков. Ну, вот и здесь. Очень высокий, конечно. Больше 2 метров. Там сколько-то написано, 2 с чем-то. Для меня это очень высоко, конечно. Ну, мы ездили со средним сыном. Он у нас любит все большое, чтобы и все высокое. Придется сейчас, вот у меня тут место для холодильника. Здесь холодильник стоял, мы вынесли его на летнюю кухню. Придется вот этот шкаф снимать. Ну, как получится, я вам покажу. Горшочки сняли, вынули из... Я про них и забыла. Из шкафчика, который над холодильником висел. Теперь придется готовить в горшочках. Вешаем шкафчик. Мама моя. Значит, шкаф высоко висит.